Сокровищницу отечественного кинематографа. У нас снимались фильмы, волошане становились их героями. По произведениям вологодских писателей создавались сценарии. Многие известные актеры родом с Вологодчины. И знаменитый фильм «Достояние республики» снимался у нас. Съемки проходили в Кирилловском районе и в Вологде. Приехали такие знаменитые артисты, как Андрей Миронов, Спартак Мишулин, Олег Табаков, Игорь Кваша. В этом фильме есть все. Экстрим, неожиданный поворот событий, приключения, расследования, колоритные герои, истории человеческих судеб, монтажный ритм быстрый. И возникает закономерный вопрос, почему из-за основы сегодняшнего мероприятия, праздника, мы взяли именно вот этот фильм. Да потому что сегодня мы будем говорить о достояниях нашей республики, республики СМИ. Ведь в нашей республике живет очень талантливый народ, и все, что создает, становится достоянием. И об этих достояниях мы сегодня расскажем и увидим главных героев. Итак, серия первая. В которой мы узнаем имена победителей конкурса материалов средств массовой информации на призы губернатора области в 2015 году. 2015 год был особый, у него была особая дата – 70 лет со дня Великой Победы. Мы, журналисты, о ней очень много рассказывали, писали, снимали. Мы все вместе провели масштабную акцию «Вологодские журналисты за победу». В ней приняли участие более 70 средств массовой информации. На конкурсе СМИ Северо-Запада СИЗАМ за эту акцию вологодчане получили специальный приз полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Владимира Булавина. Снято и огромное количество художественных фильмов о войне. Есть среди них и о вологодских героях. Это фильм «Рябиновый вальс». Замечательный, уникальный фильм. Его уникальность в том, что про оштинских минеров мало что было известно. Оштинский район, ныне Пятигорский, это единственное место в Вологодской области, где проходили боевые действия, и почти вся территория района заминирована, была заминирована.
Бои тут шли недолго, фронт отступал, и надо было готовить землю под пашню. И так уж получилось, что именно таким вот молоденьким вологодским девчатам пришлось разминировать поля. Хоть фильм и снимался в Ростове Великом, но это фильм о вологодской земле, о вологжанках. Герои Великой Отечественной войны и события тех лет стали главными темами журналистов в 2015 году. Итак, номинация «Акция средства массовой информации». Победителем становится редакция газеты «Новая жизнь» за акцию «Красная гвоздика», посвященную 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Редакция газеты выпустила книгу «Красная гвоздика». В основу издания легли публикации за несколько десятилетий, начиная с 1958 года. Все они посвящены землякам, отдавшим жизнь ради победы в Великой Отечественной войне. Награду вручает губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников. Получает награду главный редактор газеты «Новая жизнь» Алексей Иванов. Дорогие друзья, Алексей, я хотел бы вручить этот диплом и сказать слова огромной благодарности редакции тебе лично за вот эту уникальную акцию, уникальную работу. Я держал в руках эту книгу и понимал, сколько любви, труда, уважение к нашим ветеранам, уважение к победителям, воинам-победителям было вложено в эту книгу. Это книга, которая и в районе, и в области имела огромный резонанс, огромный успех, потому что это книга о простых вологжанах, которые воевали, погибали, не сдавались, жили своей тяжелейшей жизнью на войне, послевоенные годы. Они выстояли, они победили, и об этом эта книга будет жить вечно, всегда. И этот приз носить тебе и твоей редакции. Уважаемый Олег Александрович, уважаемый жюри, спасибо большое за столь высокую оценку нашего труда, труда нашего небольшого коллектива. Это была действительно двухлетняя, сложная, кропотливая работа. И нам не жалко никакого времени, никаких сил, средств и усилий для того, чтобы сохранять память о Великой Отечественной войне. И сегодня, пользуясь случаем, хочется в личную библиотеку Олега Александровича подарить именно эту книгу с авторским автографом, с автографом нашей редакции. Ну а всем коллегам счастья, здоровья и с праздником, с Днем Печати. Спасибо. Спасибо, Алексей. Просим вас занять место в зале. Олег Александрович, вам слово. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, традиционно в начале года, в январе, мы собираемся в этом зале для того, чтобы чествовать профессионалов в отрасли печати, массовых коммуникаций, электронных, печатных средств массовой информации, людей, которые формируют повестку дня, людей-профессионалов, которые душой болеют за то дело, которому вы служите. Честно, профессионально, невзирая на время, невзирая на вопросы, проблемы, семьи, вы заряжены на результат, заряжены на успех. Я хотел бы поблагодарить вас за большое количество акций, общественно-политических акций, значимых для региона, которые вы проводите как внутри региона, так и за его пределами. Хотел бы поблагодарить вас за то, что Вологодская область получила совсем другое звучание федеральных средств массовой информации. Мы это видим, мы это замечаем. В Вологодчине стали относиться несколько по-другому. Нас стало больше на информационной поляне Российской Федерации. Это тоже ваша заслуга. Мы видим, что растет популярность региональных и муниципальных средств массовой информации. Если федеральным средствам массовой информации доверие немножко упало, то к вашей работе доверие только растет. И я сегодня хотел бы сказать вам слова искренней благодарности за вашу работу, за то, что вы, невзирая на огонь, воду, стужу, засуху, вы постоянно в пути, вы постоянно в поиске, вы постоянно двигаетесь вперед. И вот этот наш совместный лозунг «Только вперед, только вместе» – это как раз про вас. Вы большие молодцы, вы большие профессионалы, вы получили огромное количество наград, премий на федеральном и региональном уровне. Вас любят, вас ценят, и я сегодня приношу вам слова искренней благодарности за то, что вы делаете ради нашей страны, ради нашей Вологодчины. Я всегда с вами буду и будем вместе ковать будущее нашей Вологодской земли. Только вперед и только вместе. С праздником, дорогие друзья! Удачи всем!
По произведениям вологодских писателей снимались и снимаются фильмы. По Василию Белову, Виктору Астафьеву, Василию Тендрякову. И чаще всего это фильмы о жизни настоящей русской деревни. Писатель Василий Тендряков родом из Верховарского района. Он активно работал в кинематографе, и первый его фильм называется «Чужая родня». Фильм «Чужая родня» — это как ожившая черно-белая фотография. Именно такой была деревня, и вологодская в том числе. Все вместе умели работать и отдыхать с частушками и песнями. Так и жили, уважали честных и работящих. Именно таким и должно быть настоящее гражданское общество. Итак, номинация «Гражданское общество». Победителем в номинации «Гражданское общество» становится редакция местной газеты Вологодской области за цикл публикаций о местном самоуправлении. В своих материалах газета пишет о том, как муниципальные власти совместно с жителями поселений решают различные вопросы и пытаются изменить жизнь к лучшему. Вручает награду первый заместитель губернатора Вологодской области Алексей Игоревич Шерлыгин. На эту сцену мы приглашаем главного редактора местной газеты Вологодской области Надежду Керову. Все больше и больше в нашей жизни занимает роль место гражданской активности, общественной активности, мнению общества, и зачастую уметь донести это мнение, уметь с ним работать и доказать, что это мнение значимое, значимое для принятия решения органами власти, крупными коммерческими структурами, организациями, да в принципе и принятия некоторых идей всем обществом, это очень трудная задача, которую не всегда так просто выполнить. И тем, кому это удается, действительно честь и хвала и уважение как среди коллег, так и среди тех, кому адресованы эти сообщения. Так, ваша серия статей, именно связанных с укрупнением сельских поселений, с принятием общественности этого непростого времени, изменения сельского уклада, это действительно острая резонансная тема, которая была долгое время на острие пера, на острие камеры, на острие микрофона. И то, как вы смогли донести это, то, как вы смогли, с одной стороны, рассказать жителям, объяснить им смысл муниципальной реформы, а с другой стороны, максимально точно и четко донести импульсы и мнение населения до органов власти, наверное, большого стоит. Но и, наверное, само название вашей газеты, местная газета, оно как раз располагает тому, чтобы вы были этим коммуникатором. История советского кинематографа знает немало великих актеров, достойных быть звездами мирового уровня. Одним из них бесспорно является Николай Алялин. Николай Владимирович Алялин родился в Вологодской области, в деревне Опихалино, Вочинского сельсовета Кубиноозерского района. На протяжении всей жизни он часто бывал в родном крае и забывал о Вологодчине. Его знала и любила вся страна. Николай Алялин стал главным киносолдатом СССР. И в каждом фильме, не изменяя себе, играл мужественных и сильных людей, готовых прийти на помощь. И сам он был человеком с большой буквы. Номинация «Социальная политика». В номинации «Социальная политика» победителем становится редакция газеты «Речь». Социальные темы – одни из главных на страницах газеты. Большое внимание журналисты уделяют проблемам здравоохранения. Наибольший отклик у читателей вызвали материалы Полины Удовиченко. Для вручения награды мы приглашаем на эту сцену заместителя губернатора Олега Александровича Васильева. На эту сцену мы приглашаем главного редактора газеты «Речь» Елену Бегляк. Добрый день, уважаемые друзья. Вы знаете, ваш коллега, известный славянский журналист, писатель, кинорежиссер Жар Капетан однажды произнес очень интересный афоризм. Он сказал о том, что о светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом заботятся историки, а о светлом настоящем заботятся журналисты. В ваш профессиональный праздник я хочу вам пожелать, чтобы вы свое журналистское прошлое вспоминали с теплотой и любовью, чтобы ваше журналистское настоящее было бурным, а чтобы ваше журналистское будущее было бесконечным, ровно настолько, насколько у вас хватает сил. С праздником! Спасибо за ваш труд!
Мне позвольте выполнить почетную миссию, вручить заслуженную награду в одной из самых непростых сфер, в сфере социальной политики. Там, где репортажи по умолчанию не могут начинаться с хвалебных отзывов. И это приятно, потому что чем больше критики, тем лучше приходится работать. Газета «Речь» победила в номинации «Социальная политика». Спасибо. Нас, журналистов, СМИ очень часто призывают к тому, чтобы мы способствовали созданию климата социальной стабильности. Мы ведь все категорически с этим согласны. Но давайте мы будем СМИ и власть работать каждый и выполнять каждый свою роль. Давайте, я думаю, что СМИ — это что-то вроде скорой помощи, которая спешит всегда туда, где обществу больно. Вот, и мы об этом рассказываем. Здесь болит. И мне бы очень хотелось, чтобы власть реагировала на наши публикации как хорошая, высокотехнологичная. Да, вовремя приходящая, ну не знаю, помощь, которая приходит и там, где общество болит, оно бы, власть бы лечила бы больную проблему. И если мне кажется, что мы будем работать вот так вместе, тогда у нас и будет социальная стабильность. Вот. С праздником, коллеги. Вера Витальевна, спасибо. Просим Олег Григорьевич, мы знаем, что вы хотели еще отметить одну СМИ. Да, вот так получается, что я должен вручить еще одну награду. Уже говорилось о том, что прошедший год — это год 70-летия Великой Победы. И огромное количество акций, проектов состоялось. И позвольте мне, вот я вручу только диплом, поскольку сама награда очень объемная, ее вручить не представляется возможным, вот сюда принести на сцену, но ее покажут, наверное, да? Да, конечно, на экране. Мы приглашаем на эту сцену главного редактора информагентства «Северинформ» Игоря Грабелькова. Все уже поняли, что награда вручается за цикл публикаций в волонтерском проекте «От чистого сердца», посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Это акция, которую мы уже в течение нескольких лет вместе с вами проводим и помогаем ветеранам в том, что им нужно сейчас, здесь, в быту, пока они еще вместе с нами. Поэтому мы продолжали и продолжать будем. Спасибо огромное. Мы продолжаем тему Великой Отечественной войны, тему людей, которые нам подарили жизнь и которым мы должны быть благодарны. На сцене встречайте группа «Форжи». Песня «10-й наш десантный батальон». Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечо к плечу растаем землю тут. Над нашей родиною дым, и значит нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и сеж бессиленом. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только мой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, я в пулемет не утомил, и значит нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон,
десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим, а нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен. Сомнения прочь будет в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Часто съемочной площадкой становился Череповецкий металлургический завод. Пример тому фильм «Нюркина жизнь», фильм о металлургах, о людях труда. Съемки проходили на Третьей Думе. Главную роль исполнил Олег Ефремов. К участию в массовых сценах привлекались и череповецкие металлурги, правда, свободное от работы время. Эта картина о преданности делу, профессии. Как говорит своей жене главный герой Олега Ефремова, у меня две любви – это ты и Домна Ивановна. Кстати, после этой картины металлурги так и начали называть Домну Домна Ивановна. Номинация «Экономика». Победителем в номинации «Экономика» становится ТВ-7 «Вологда» за сюжеты в программе «Новости Вологды» под рубрикой «Экономика Вологодчины». Это цикл материалов о судьбе учебно-опытного завода молочного завода имени Верещагина. Вставший неожиданно в начале прошлого года вопрос о продаже завода был впервые поднят именно журналистами «Семерки». Для вручения награды мы приглашаем директора корпорации развития Вологодской области Оксану Викторовну Яковлеву. Просим подняться на сцену главную редактора ТВ-7 Елену Пономарёву. Я присоединяюсь ко всем приятным словам, сказанным вам, уважаемые профессионалы, уважаемые причастные к этой профессии. И позвольте мне вручить вам номинацию, диплом. Ну, я думаю, что экономика – это, конечно, тяжелая тема для всех, тяжелая, но очень интересная. Я предполагаю, что у нас впереди еще очень много интересного, в том числе и в других сферах. Спасибо всем, всех с праздником, удачи! Спасибо. А теперь вопрос к залу. Да, вопрос такой для эрудитов. Что связывает актера, режиссера и писателя Василия Шукшина с Вологодской областью? Есть у кого-нибудь варианты? «Калина Красная» прозвучала правильно. Фильм «Калина Красная». В 70-е годы эта кинолента произвела просто фурор в советском кинематографе. Съемки фильма проходили на Белозерской земле, в самом Белозерске и близлежащих деревнях. До сих пор там с удовольствием вспоминают о том времени, истории, съемочных днях передаются из поколения в поколение. Некоторые белозеры даже снялись в эпизодических ролях, а многие деревенские дома становились на то время съемочными площадками. В этом фильме открывается все то, что присуще человеку. С одной стороны, сила воли и духа, с другой – пороки и слабости. Бывший заключенный Егор Прокудин, которого сыграл Василий Шукшин, оказавшись на свободе, меняет свое сознание к окружающему миру и по отношению к себе. Номинация «Право сознания». В номинации «Правосознание» победителем становится редакция областной газеты «Красный Север». На страницах издания журналисты увлекательно и доступно объяснили своим читателям, как соблюдать закон и технику безопасности за рулем, в быту, в сложных ситуациях, которые регулярно возникают в жизни каждого человека. А поздравит победителя председателя Вологодского областного суда заслуженный юрист Российской Федерации Владимир Степанович Шепель. Просим вас на сцену. Мы приглашаем главного редактора газеты «Красный Север» Надежду Кузьминскую. Уважаемая Надежда Александровна, уважаемые журналисты, мне очень приятно, что доверили вручить этот диплом, и я хотел бы сказать несколько слов. Знаете, профессия судьи и профессия журналиста
одна из древнейших. С момента появления человечества и интеллектуального человека появились наряду с доблестями, появились и такие пороки, как жадность, зависть, злоба, которые повлекли за собой споры и нарушения правопорядка. В связи с этим появились и судьи, которые должны были рассудить, а в отдельных случаях и наказать. А чтоб люди знали об этом, появились глашатаи в виде журналистов, которые сообщали населению, что и как делается. Я с удовольствием вручаю диплом за номинацию «Правосознание». Совет судей по согласованию Российской Федерации, по согласованию с Геральдическим советом выпустил юбилейную медаль «150 лет судебной реформе». И по поручению Совета судей Российской Федерации я с удовольствием вручаю эту медаль Надежде Александровне. Многие наши известные земляки стали героями кинофильмов. Мореплаватель Семен Дежнев, маршал Конев и писатель Варлам Шаламов. В 1969 году выходит на экраны фильм «Степень риска» по автобиографической повести выдающегося хирурга нашего земляка Николая Амосова. Родился он в Череповецком районе, учился в Череповце и трудовую деятельность начал в Череповецкой больнице. Именно ему принадлежат слова: нужно, чтобы к физическим упражнениям приобщился каждый человек. Без этого немыслимы никакие разговоры о здоровом образе жизни. Номинация «Физическая культура и спорт. Здоровый образ жизни». Компания «Эхо Вологды» награждается за цикл программ «Спортивный интерес». Это передача о профессиональном и любительском спорте, об успехах и достижениях вологодских спортсменов, о новых спортивных направлениях. Вручает награду мастер спорта по тяжелой атлетике, семикратный чемпион Вологодской области и мэр города Череповца Юрий Александрович Кузин. На сцену мы приглашаем автора и ведущую программы «Спортивный интерес» радиостанции «Эхо Вологды» Анастасию Решетову. Добрый вечер, уважаемые коллеги. В нашей жизни много парадоксов. Одним из них является то, что людей нужно убеждать в том, что необходимо заботиться о своем здоровье, сохранять его, поддерживать. И как наш земляк Амосов абсолютно правильно сделал в свое время заключение, двигательная активность, регулярное занятие физкультурой и спортом является важной составляющей здоровья и здорового образа жизни. Анастасия, я выражаю вам, вашим коллегам, слова огромной благодарности за ту пропагандистскую, профилактическую работу, которую вы ведете среди жителей Вологодской области, убеждая их регулярно заниматься физкультурой и спортом. Это ваш неоценимый вклад в укрепление здоровья жителей Вологодчины. Я, конечно же, очень благодарна за такую высокую оценку нашей работы. Всем коллегам желаю таких же прекрасных героев, которые приходят к нам на передачи, таких же зажигательных тем и благодарных слушателей, зрителей и читателей. Всех поздравляю, всех очень рада видеть сегодня. Очень часто вологжане становятся героями фильмов. Так было и в дипломной работе Никиты Михалкова «Спокойный день в конце войны». В фильме герой Сергей Никоненко, солдат Андрюша. Родом он из-под Вологды. Он простой вологодский парень-балагур. Спасает картины от немцев. Перед съемками и Михалков, и Никоненко приезжали в Вологду, жили в деревне Ирхино Вологодского района для того, чтобы главный герой заговорил на настоящем вологодском диалекте. И Никоненко заговорил, и говорят, что у него получилось. Судите сами, вот его рассказ, откуда он родом. Внимание на экран. А ты сам-то откуда? Где родился? Я-то? Так с-под Вологды? А с Ирхина? Не слыхала про Ирхина? Никто не слыхал. Сколько не спрашивал, Ирхина, так пожует, да и бросит. Бывают, про Вологду-то не слыхали.
умельцы такие. Скажешь, Вологда. А он... Спрашивается, кружево-то где? Известное. Вологодское кружево-то, спрашивается, где это кружево? Искусство целое. Тут валик, тут осколки, тут рисунок такой, тут ниточки, тут палки, палочки, куклюшки. Вот эти куклюшки-то и брякают, брякают клю-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 
номинация «Культура и история». Победителем в этой номинации становится редакция ГТРК «Вологда» за сюжеты в информационной программе «Вести Вологодской области» и программу «Вологодские каникулы», которая рассказывает о необычных туристических маршрутах и удивительных уголках Русского Севера. Вручает награду тот, кто очень много путешествует, кто исполняет наши желания, у кого родина – великий воздух. Его любит весь мир, но больше всего мы – вологжане. Я думаю, все догадались, речь идет о региональном бренде. Давайте все вместе, по традиции, вспомним себя в детстве и позовем. Сами знаете кого. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Иначе не придет. Да, я его знаю, он не приходит, если его не зовут. Вот, видно, показался зимний волшебник. Поприветствуем Деда Мороза. Мороз, наконец-то дошло до вас письмо, где я просил видеокамеру. На сцену мы приглашаем заместителя директора ГТРК Вологда Ирину Черемушкину. Здравствуйте, мои друзья, пишущие и снимающие, мудрым оком все озирающие, добрые свои новости в каждый дом донести желающие. Кофе литрами пьющие, бутерброд на ходу жующие, бедные, недосыпающие, Вологодщину прославляющие, свою работу боготворящие, премию получить хотящие. Все лучше гугля знающие, про мой день рождения не забывающие, на вотчину ко мне приезжающие, сделать селфи со мной вопрошающие, как и я, дворец новый ждущие, не для рифмы скажу, любимущие. Добро творящие вы настоящие. Спасибо. Замечательные стихи. Спасибо. Вторая серия с новыми актерами. Серия непропорциональная. Ну, смотря о чем судить. В росте. Только в росте дело. Серия, из которой вы узнаете имена победителей конкурса имени Гелеровского среди журналистов областных, электронных и печатных средств массовой информации. Итак, Женя, у меня к тебе вопрос. Что ты больше всего любишь смотреть по телевизору? Фильмы, различные программы. Остроумные шуточки чиновников, ну, жизненно просто. Это очень весело и забавно, как, впрочем, так же забавно, как, например, телеляпы или киноляпы. Кстати, о киноляпах. Вот фильм, с которого мы начали, «Достояние республики», в нем тоже есть очень любопытный киноляп. Вот мы, наверное, сейчас его и посмотрим. Это как раз сцена, когда маркиз и спасенный им из рук дворника Кешка разговаривают, стоят на крыше. Мы на заднем плане можем увидеть телевизионную башню, вот как раз она выделена, но на самом деле в то время ее там быть не могло, но в кадр она вот каким-то образом попала. Ну, слушай, это, конечно, забавно, но даже как-то немного обидно, что ты, ведущий новостей, не назвал новости среди своих любимых, ну, эпизодов телевизионных. Мне кажется, это просто априори. Нет? Думаешь? Я в этом уверен. А еще уверен, что у каждого телезрителя есть, наверное, какой-то свой любимый журналист, репортажи которого ему нравятся больше всего. Такой есть? Это я? Здесь в зале очень много коллег, поэтому, мне кажется, очень провокационный вопрос. Хорошо, а мы переходим к номинации «Телевизионный репортаж».
Победителем в этой номинации становится Екатерина Коротышева. Зрителям она известна как Екатерина Машковская. Она получает премию Гиляровского за репортажи в программе «Новости» на телестанции «Канал 12». Екатерина снимает репортажи на разные темы, и все ей удаются. Она всегда находит необычные истории и неординарных героев. Пример тому сюжеты из Бабаевского района об уникальной усадьбе, на которую приезжают посмотреть со всех уголков мира. Ну а награду вручает заместитель председателя законодательного собрания области, секретарь Вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Валерьянович Канаев. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно вручать награду именно в этой номинации. Но прежде всего я хочу поздравить вас, конечно же, с профессиональным праздником. Мне кажется, в Вологодской области повезло, что есть такие журналисты, что есть такие средства массовой информации. Почему повезло? Потому что журналисты Вологодской области традиционно готовы рассказывать о проблемах, невзирая на начальство, невзирая на какой-то возможный окрик, готовы бросаться, защищать интересы читателей, зрителей, слушателей. Это очень здорово, это хорошо. Говоря о проблемах, вы действительно делаете мир лучше. Но что еще, на мой взгляд, более важно, вологодские средства массовой информации с таким же успехом, с таким же запалом готовы рассказывать и о хороших новостях, о том, что происходит позитивного, о людях труда, о людях профессии, о достижениях, о тех людях, у кого большое сердце. И это тоже дорогого стоит, причем рассказывать о проблемах все-таки проще, чем рассказывать о хорошем. А о хорошем у вологодских журналистов рассказывать получается. И за это вам большое-большое спасибо. И вторая мысль. Вот мы работаем сейчас, вы работаете сейчас в совершенно уникальное время, в очень сложное время для средств массовой информации, потому что вот даже Дед Мороз, вы видели, стал репортером, вот он с камеры прошел. Репортером может стать любой, журналистом может стать любой, потому что появились социальные медиа, социальные сети, появился интернет. Но вологодским СМИ удается конкурировать и с учетом новых реалий. Более того, очень приятно, что вологодская журналистика, вологодские медиа, как отрасль, как индустрия проявляют свою инновационность, и вы смело присутствуете в интернете, вы приходите к своим читателям, зрителям, слушателям, в том числе на других площадках. И это тоже дорогого стоит. Поверьте, вот многие регионы вижу, не везде такая работа идет, и не везде она идет настолько успешно, как у вас. Поэтому вас всех с праздником, вам новых достижений, новых побед, и самое главное, преданных читателей, зрителей, слушателей. И, конечно же, с большим удовольствием, Надежда, я, Екатерина Добровна, с большим удовольствием вручаю вам диплом, потому что репортаж – это король жанра журналистики. Именно репортер, вне зависимости, пишущий, снимающий, рассказывающий, оказавшись в центре событий, вместе событий должен оперативно разобраться, рассказать, донести самое интересное в те сжатые строки, минуты. И вам это удалось в этом году лучше всех. Спасибо, Алексей Валерьянович. Спасибо, Екатерина. Вы хотите сказать пару слов? Я хочу сказать, что Алексей Валерьянович, наверное, не случайно вручает мне сегодня награду, но так получилось. На самом деле вы были моим первым руководителем, и вот в зале Полина Анатольевна Веленская, она меня учила быть журналистом, потому что у меня еще тогда не было этой профессии, когда я пришла на канал 12. А вообще награда за лучший репортаж – это, конечно же, не личная награда, это награда всему коллективу, всей редакции канала 12, потому что не может один человек сделать репортаж. И я, конечно же, благодарю Ирину Викторовну, за то, что вы верите в меня, и то, что помогаете мне воплощать мои идеи, отпуская меня в поля, веси, воплощать мои идеи. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Вологодщина – любимое место съемок у режиссера Николая Достоля. Вот сейчас мы увидим на экране кадры из фильма «Завещание Ленина», первой серии которого снимались в Великом Устюге. Оля, может, ты знаешь? Да, я знаю этот фильм, и еще я знаю, что этот фильм посвящен нашему земляку, писателю Варламу Шаламову. Николай Достоль на встрече с журналистами рассказал, что они долго искали место съемок. И Шаламов родился в Вологде, но, вот по словам Достоля, в областной столице не нашлось того, чего бы хотелось как раз режиссеру. А вот Великий Устюг не подвел, подошел идеально. Он покорил съемочную площадку своими храмами, своими деревянными и каменными домами, конечно же, набережной. И мне приятно об этом говорить, как уроженцу Великого Устюга в войне. Я никогда не была в Великом Устюге.
Я предлагаю тогда поехать туда в ближайшие дни, хоть прямо после нашей сегодняшней церемонии, тем более, что здесь должны быть коллеги из Великого Устюга, я думаю, что они нас на своей машине заберут. Ага, Женя, подожди, обрати внимание на экран. Вот ты видишь, это вологодские новости, это еще один такой вологодский нюанс, который мы видим в этом фильме. Вот интересно, о чем тогда писали наши коллеги? Об этом говорят архивы, о том, о чем говорят наши современные коллеги. Об этом мы узнаем в нашей следующей номинации. Это репортаж в печатных средствах массовой информации. В этой номинации сразу два победителя. Первый из них – это Владимир Басов, газета «Верховарский вестник». Он получает награду за репортаж «Урочище Ельник». Это статья о том, как жители Верховарского района встали на защиту памятника природы, и им удалось его отстоять. Также в этой номинации победила Наталья Рюмина, газета «Премьер. Новости за неделю». Награду она получает за фоторепортаж «Дорога жизни». Это история узкоколейки, которая находится в Харовском районе. Дорогу продали в частные руки, и что с ней будет дальше, неизвестно. Ну а вручает награду начальник управления информационной политики Вологодской области Дарья Константиновна Неклюдова. Ну и также мы приглашаем на эту сцену Владимира Басова и Наталью Рюмину. Дорогие друзья, я хочу сказать огромное спасибо за вашу любовь к вашей профессии, потому что журналист в любое время года, в любой сезон, в снег, в дождь, при минус 20, при минус 30 готов делать потрясающие сюжеты, писать замечательные заметки и делать то, что он действительно любит. Я очень рада, что сегодня я вручаю премию двум замечательным изданиям. Это газета «Премьер», газета, которая постоянно держит в тонусе все наше правительство. И муниципальную газету, районную газету. Районные газеты – это наши ближайшие друзья, которых мы всегда будем поддерживать. И это газеты, которые раскрывают нашу вологодскую глубинку. Спасибо вам за вашу работу. Все-таки не обходится без печальных моментов. В день российской печати, 13 января, мы простились с талантливым журналистом, бывшим главным редактором газеты «Красный Север» Александром Васильевичем Тороповым. Предлагаем почтить память Александра Васильевича минутой молчания. Всем спасибо большое, я думаю, можно сесть. Мы уже говорили сегодня не раз, что вологжане часто становились героями в известных фильмах. Вот, например, героиня фильма «Свинарка и пастух». Мы сейчас, опять же, увидим эпизоды этого фильма у нас на экране. Глаша Новикова. Это колхозница из Вологодской деревни. Вот здесь на письме даже можно будет увидеть конкретно, где проживает героиня. Это Вологодская область, Мезенский район, село Ломпожня, колхоз Луч. Вот мы как раз видим сейчас эти строки. Какое у Валютя хорошее зрение, потому что я бы так не прочитал, наверное. У меня память отличная. Ну вот как раз такие люди, герои из глубинки, и часто становятся героями наших с вами публикаций. И это мы так плавно переходим к нашей следующей номинации. История о человеке. Победителем в этой номинации становится Оксана Харчевникова, журналист газеты «Сельская правда» Грязовецкого района. Она получает награду за публикацию «Героиня нашей земли». Статья рассказывает об Александре Георгиевне Ивановой, заслуженной доярке, герою социалистического труда. Это высокое звание она получила в 29 лет. Всю свою трудовую жизнь она проработала в совхозе Растилова. Ольга Фокина посвятила ей стихи, а художник Михаил Ларичев дважды писал ее портрет. Здорово. А для вручения награды мы приглашаем человека, который в минувшем году обогатил нашу историю. Его находка уникальна. Это Вологодская берестяная грамота 14 века. Это известный вологодский археолог Игорь Кукушкин. Просим вас на сцену. Я, кстати, помню этот сюжет. Не ты его снимала, но как находили грамоту, я помню. И мы приглашаем на эту сцену Оксану. Дорогие друзья, наверное, не случайно, что меня пригласили на это мероприятие в силу того, что журналисты, мы немножечко коллеги.
Я археолог, я копаю. Журналисты, они тоже копают. У нас немножечко разные бывают объекты исследования. Но между тем, в этот день, в этот ваш праздник, я хочу вам, как моим коллегам, пожелать хороших, интересных, сенсационных находок, их творческих интерпретаций и успехов читателей и зрителей. Еще вдвойне мне приятно вручить эту премию Грязовецкой газете, потому что сам я уроженец Грязовецкого района, так что я вас поздравляю и успехов. Оль, признайся, что брать интервью у актеров популярных и вообще, допустим, местных приятно, всегда приятно. Ну да, это очень здорово. Например, я никогда не забуду интервью с Марией Голубкиной. Мне пришлось говорить с ней где-то на второй день своей работы. Это было здорово, но страшно. Ну и особенно повезло вологодским газетчикам в 1966 году. Именно тогда в Вологде снимали фильм «Дядюшкин сон» по повести Достоевского. Кстати, съемки проходили в ужасный мороз, так что не так уж сильно повезло нашим журналистам. Не только коллегам, но и актерам. Да, актерам тоже, конечно. Кстати, это были самые знаменитые актеры того времени. Это и Лидия Смирнова, и Клара Лучко, и Николай Рыбников, Людмила Шагалова и Алла Ларионова. У всех этих артистов наши коллеги тогдашние брали интервью, и почти каждый им тогда сказал, что больше всего в Вологде их радуют люди, простые, душевные, гостеприимные, от общения с которыми становится теплее. Один из членов съемочной группы также признался журналисту, что именно такие люди, как вологжане, помогают и обязывают их создавать такой фильм, чтобы за него не было стыдно. И у нас следующая номинация – номинация «Интервью». Ну а победителем в этой номинации становится Наталья Буракова, информагентство «Вологда Регион». Она представила на конкурс интервью с художественным руководителем драматического театра Суровым Анабашвили. Причем это был разговор не только о новом сезоне, о новых спектаклях, но и такой достаточно откровенный разговор о жизни. Мы приглашаем вас на сцену. Так, а Наталья у нас где-то потерялась. Нет, Наталья не потерялась. Мы хотели вас уже позвать, как Деда Мороза. Вручает награду в этой номинации руководитель регионального управления Роскомнадзора Анатолий Алексеевич Пальников. Анатолий Алексеевич, просим вас. Дорогие самый друзья, внимательный зритель, читатель и радиослушатель. Да, более судьбы с 2007 года мне повезло с вами вместе общаться. И я надеюсь, за этот период мы с вами сдружились, нашли нормальные взаимоотношения. И хотя моя задача держать вас в правовом тонусе, но тем не менее, мне хочется пожелать вологодским журналистам, чтобы у вас остался тот достойный след в истории журналистики не только Вологодщины, но и России. И всегда приятно за вологодских журналистов, что, во-первых, у нас никогда не было серьезных правонарушений, связанных с деятельностью журналистики, как печатных СМИ, электронных, кино и теле. И здесь я считаю, что вы несете такую ответственность за то, что вы за ту информационную составляющую, которую доносите до граждан нашего региона. Наталья, и тебе вдвойне хочу, чтобы вы были достойны своей награды и достойный след тоже остался в истории журналистики. Спасибо. Спасибо еще раз, поздравляем. Давай переместимся почти на 10 лет назад. Помнишь, когда в 2006 году на территории Кирилло-Белозерского монастыря снимали многосерийный фильм? Это был «Апостолы», в главных ролях тогда снялись Евгений Миронов и Николай Поменко. И, кстати, Кирилло-Белозерский монастырь тогда превратился в немецкую разведшколу времен Великой Отечественной войны. Во время съемок тогда были и драки, погони, взрывы, конечно же, стрельба. И что самое приятное, что в съемках также принимали обычные местные жители участие. Как тогда кинокритики назвали фильм «Апостол»? Это была настоящая шпионская сага, вот настолько закрученным был сюжет. Мне кажется, шпионской сагой порой можно назвать и наши журналистские будни, ведь нам так часто приходится расследовать лихо закрученные сюжеты жизни. Ну, порой многим это удается отлично. Это правда. Итак, номинация «Журналистское расследование».
Победитель в этой номинации Евгения Гребелкина, информационное агентство «Северинформ». Она получает награду за интернет-публикации на сайте «Комсомольской правды». Это статьи «Путь к успеху» или «Очередная пирамида» и «Бесплатная медицина по-вологодски». Евгения провела настоящее журналистское расследование, чтобы выяснить, ну, есть ли на Вологодчине бесплатная медицина. Как ты считаешь? Я думаю, что мы спросим об этом у Евгении. Не сейчас, но в Фрушете тоже. Вручая награду в этой номинации сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, президент Вологодской торгово-промышленной палаты Галина Дмитриевна Телегина. Общероссийский народный фронт тоже гремит своими расследованиями, особенно в сфере расходования бюджетных средств. Галина Дмитриевна, просим вас сейчас вручить награду. Очень приятно сегодня быть в этом зале, видеть настолько профессионалов, которые сегодня получили награды, и еще которые получат награды. И, наверное, это не случайно, потому что люди журналистов называют четвертой властью, а первая, вторая и третья власть у нас достойные профессионалы, которые потрясающие команды, которые в поле, территориальном поле России выглядят очень-очень неплохо. А мне бы хотелось вручить с удовольствием эту награду, тем более, что люди, живущие, работающие в Вологде, родине нашего знаменитого земляка, не могут работать плохо. Праздником вас! Благодарим вас, еще раз поздравляем вас с победой номинации, просим пройти в зал. Я хочу сказать огромное спасибо. Наверное, одна из главных задач любого журналиста – это все-таки докопаться до истины. Для этого зачастую все необходимо увидеть своими глазами, так, как говорится, испытать все на себе. Собственно, это я и попыталась сделать в этих двух публикациях. Вроде бы получилось, а бесплатная медицина на Вологодчине есть, но над ней нужно работать, работать и работать. Спасибо большое, с праздником! Спасибо. В 1977 году в съемочную площадку превратилась уже в Вологда. Тогда здесь снимали фильм под одноименной повестью Василия Белова «Целуются зори». Эти кадры вы сейчас видите на своих экранах. И здесь можно увидеть прекрасные виды Вологды. Это и площадь Революция, и улица Мира, и Кремлевская площадь, и Софийский собор. В массовых съемках фильма тогда тоже принимали участие многие вологжане, и вот одна из актрис сейчас сидит здесь, в зале. Да, это наша коллега Мария Перетягина. Обратите внимание на этот кадр, сейчас мы его еще раз повторим, кто не заметил. Вот эта маленькая девочка, которая переходит дорогу с мамой, это и есть Мария Перетягина. Кстати, это был ее кинодебют. А у нас номинация «Дебют года». Сейчас узнаем, кто же дебютировал в этом году на нашем профессиональном поприще. А дебютировала у нас Марина Жабо за программу «Спорт.Инфо» на официальном сайте города Череповца. Она рассказывала, как с помощью занятий спортом можно сильно улучшить свою жизнь. Ты, наверное, об этом знаешь. Я помню. Да, и Марина очень часто встречалась со знаменитыми тренерами, спортсменами, врачами. Награду в этой номинации вручает героиня фильма «Целуются зори», директор медиагруппы «Идея» Мария Перетягина. Мария, просим вас подняться на эту сцену. Марина Жабова тоже очень приглашаем на эту сцену. Добрый вечер. Я, наверное, немного прокомментирую. На самом деле я ничего не помню. Мне было 4 года. Мне родители рассказывали, что мы 20 раз с мамой переходили через дорогу. И все-таки я очень благодарна этому фильму, потому что когда мой супруг утверждает, что наш сын – это копия он, я ему советую пересмотреть этот фильм, потому что я вот абсолютно убеждена, что здесь видно, что я тоже принимала участие. Коллеги, с праздником! На самом деле меня всю жизнь тянуло к эрудированным людям, и я очень рада, что я работаю рядом с вами. Это действительно настоящее профессиональное удовольствие. Я желаю вам личного счастья, хороших новостей, каких-то гениальных заголовков, любопытных героев и, конечно, роста гонораров. Для меня большая честь вручить вам эту награду. Я только хочу сказать большое спасибо своим коллегам, которые доверили мне проект, которые поверили в меня и поддерживают на
Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Уже на протяжении 5 лет в Вологодской области проводится международный фестиваль молодого европейского кино «Voices». Это уже настоящее событие в культурной жизни не только Вологодчины, но и России, и даже Европы. И на эти дни в Вологду приезжают кинематографисты со всего мира. Благодаря этому фестивалю мы можем увидеть кино как маститых журналистов, так и начинающих. И вот как раз на это молодое поколение актеров и режиссеров зритель возлагает большие надежды. Именно так, номинация «Надежда». В этой номинации награду получает Светлана Булеевская за публикации в газете «Новый день» Нюксинского района. Светлана – студентка 4-го курса Вологодского госуниверситета. В редакции газеты «Новый день» она проходила практику в качестве корреспондента. Тематика ее публикации разнообразна, но больше всего она любит писать о своих сверстниках. А врач вручает награду профессор, доктор филологических наук, директор гуманитарного института ЧГУ, заведующий кафедрой связи с общественностью, журналистики и рекламы Александр Валентинович Чернов. К сожалению, Светлана сегодня не смогла прийти на наш вечер. Она вот буквально только что сдала экзамен последний и уехала к себе домой на родину. Поэтому награду за нее получит Ирина Мисаиловна Чебыкина, главный редактор газеты «Новый день». Мы запомнили «Новый день». Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Ну, позвольте мне присоединиться к прозвучавшим поздравлениям. Я с огромным удовольствием вручаю именно эту номинацию по многим причинам. И прежде всего потому, что вот 2/3 из тех, кто выходил на эту сцену, наши выпускники, мы внимательно следим за их творчеством, мы следим за их успехами. Следим иногда ревностно. Но я хотел бы сказать еще об одном. То, что сегодня журналистика становится очень сложной, очень интересной сферой, где каждый может найти дело по себе. Перефразируя классика, уже классика, наверное, нужно сказать, что, конечно, журналистика – это дело молодых, ну и добавить лекарства против морщин. Поэтому, уважаемые редактора, спасибо, что вы поддерживаете молодых, потому что без вашей поддержки, конечно, стать профессионалом при любой качественной подготовке невозможно. Поэтому я с удовольствием вручаю награду именно редакторам. Поздравляю. Пришло в голову, что в принципе профессию журналиста в легкую можно сравнить с профессией актера. Знаешь, сначала вечера вот это сижу, и нашу профессию с кем только не сравнивают. Уже и на самом деле это хорошо и правильно, и интересно, потому что на самом деле общие черты у нас есть со многими, в том числе и с актерами. Вот я сейчас смотрю вот на актрису Лидию Сухаревскую, мне кажется, вы тоже чем-то с ней похожи. В молодости. Спасибо. Кстати, она родом из деревни Поповка Грязовецкого района. Еще одна наша знаменитая землячка. Так вот, она сказала, в ее жизни есть одна страсть – это театр. И именно он подарил мне единственное хобби – это коллекционирование человеческих судеб. А вот режиссер Анатолий Эфрос о ней однажды сказал, Сухаревская – это ум, честь и совесть нашей профессии. Мне кажется, так и в журналистике. Если человек любит свое дело, предан ему, то профессия становится именно страстью и хобби этого человека. Внимание, у нас специальная номинация «За большой вклад в развитие вологодской журналистики». А награду получает Петр Иванович Нетряхин. Он служит в газете «Красный Север» уже почти полвека. Как о нем говорят, он настоящего журналистского телосложения. Много лет Петр Иванович возглавлял службу информации газеты, затем писал о спорте, и сейчас он продолжает эту тему. Также он является бессменным редактором приложения для садоводов и огородников «Подспорье». Петр Иванович Непряхин является заслуженным работником культуры Российской Федерации. Он награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Но, безусловно, его главная награда – это все-таки любовь читателей и уважение коллег. Ну а для вручения сегодняшней награды мы приглашаем на эту сцену председателя Вологодского регионального отделения Союза журналистов России Ирину Алексеевну Лукину. Петр Иванович, вас тоже приглашаем. Дорогой Петр Иванович, вы достояние нашей республики, республики СМИ, достояние всего журналистского сообщества. Я вам искренне желаю предстоящие 2 юбилея, очень важные для вас и знаковые, это 50 лет работы в редакции газеты «Красный Север» и 100-летие газеты «Красный Север» встретить творческими успехами. Здоровья вам и всего хорошего. Спасибо. Всем удачного наступившего года. Пусть удача вас не покидает и в этом году. Повторюсь, служил
служу, если бы, Красному Северу, вологодской журналистике. Если будут силы, буду служить дальше. Спасибо, с праздником! Наверное, главное в кино – это финал. Порой мы предполагаем, каким он будет, а порой мы даже не задумываемся вообще. Я думаю, каким будет финал нашего мероприятия, все догадываются и без нас. Это вручение главной премии конкурса имени Гиляровского. А назовет это имя писатель, режиссер, автор многих народных праздников, легенда вологодской журналистики Анатолий Константинович Ехалов. Приходите, пожалуйста, на сцену. Алексей Кудряшов. Алексей Кудряшов становится победителем в этой номинации. В основе публикации Алексея Кудряшова «Пленник Святой Анны». Сенсационные данные об участии вологжанина в забытой полярной экспедиции 1912 года, о которой потом Вениамин Каверин напишет знаменитый роман «Два капитана». Это рассказ о судьбе и характере брошенного товарищами среди льдов вологодского плотника Александра Архиреева, имя которого было вычеркнуто писателем из текста романа и из всех документов. Поздравляем вас! Разрешите сказать пару слов. Вот я завидую Алексею, замечательный материал, замечательную тему нашел. А таких тем у нас здесь, на территории Вологодской области, масса. Я хотел вот что сказать вам, дорогие друзья, коллеги. Я этим летом был в Сирии, видел разрушенные города, села. Вот в этой воюющей стране видел, с каким ожесточением люди воюют друг против друга. И сейчас вот на этом торжественном мероприятии я хотел бы вам сказать, друзья, давайте беречь человеческое отношение друг к другу, уважение. Мы можем находиться в разных партиях, можем разные взгляды быть на жизнь. Но у нас есть одно достояние – это наша вологодская прекрасная земля. И будем, давайте, ей служить. И не дай Бог нам уподобиться Салтыкову-Щедринским героям. Это пескарь, который упадет комар на воду, бросимся мы все пескари к нему, толкаемся, шумим, деремся, да так попусту комара. Истрепимся его, никому и не достанется. Я думаю, что сегодня атмосфера здесь, в вологодской журналистике, другая, дружная, счастливая. И давайте будем помнить, что именно от журналистов зависит настроение нашего народа и его сознание. Спасибо, Алексею. Первая редакция романа Каверина «Два капитана» попала в издательство, ее отвергли. И тогда он понял, в чем дело. Там не хватало света полярных звезд. И я хочу, чтобы в журналистике всегда мы видели за маленькими проблемами свет далеких звезд, таких прекрасных. Спасибо. Спасибо еще раз. Ну что ж, на этом все. Стоп, снято.